В России не разрешат использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг. Как заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, в ближайшем будущем этого не будет. Ну и пояснил, что рубль – наша национальная валюта, и все расчеты должны проводиться в рублях. Моисеев также отметил, что вводить уголовное наказание за майнинг сейчас планов нет. Он добавил, что такую перспективу обсуждали. Ну вот, чтобы выявить состав преступления, для начала нужно описать сам предмет. А законопроект о цифровых финансовых активах пока не прошел второе чтение.